вылезли, будем говорить, с этой самой, из укрытия вот туда. Короче, подошли к машине, она все лежала. Если видите, резина разная, все колеса разные, потому что она просто лежала на дисках. То есть все побитое, погнутое. Дырки, вон осколок еще. Осколки торчат. Вот, радиатор пробитый, кое-как залепливали там холодный. Ну, ребят, армейцев были там, вот холодный десант, осол кое-как долили там. Аккумулятор пробитый. Я не знаю, как он завелся на пробитом аккумуляторе. Доехали. Банка одна разбитая. Ну, стекла вы сами видите. Вот. Еще интересно, стекла вот подбитые. Вот от осколков разбитая. Если видите, вот от осколков разбитая. А вот так интересно, вон с той стороны там. Здесь. Да, вот что интересно, в общем, ни одной фары нету. Все хлам разбито. Я вообще не знаю, как нам повезло, что не разбило двигатель. Если мы уже оттуда не выбрались. Вот как порвано все осколки. Колеса все были побиты, все простреленные. Это уже мы там собирали хлам какой-то, помогли там ребята. Прошлись там по шиномонтажам, там один там. Все было, все колеса были прострелены. Вот тоже пролетело. И с этой стороны можно посмотреть, вот как оно, вот траектория, вот пролетела, вот осколок, пуля, вот видите, и ударила сюда, вот, и разбила стекло, вот тоже, смотрите. И вот на машине видно, если видите, да, если видно будет, вон отверстие, ободки все, вот отверстие, вот, в крыше. И по машине так вот прошло. Видите, там, если двинул, так видно оно четко. Вот вмятины все, по машине вскользь прошло, так все здесь самое пролетело. Заднее колесо. Мы приехали, спасибо там, если можно будет отметить ребятам под Днепропетровского, что на монтаж. Всегда нам помогают, бесплатно. Колеса подкачивают, ремонтируют. Вот с этой стороны было колесо, которое пробито. Ну, мы его сняли, поставили, уже не нашли резины на запаску. Приехали, попросили их. Заклей. Он заклеил такой штук 5 осколков, принес, говорит, вот, что я тебе заклею, оно все в дырках колесо, ну, смысл его клеить. То он как-то старенько нашел колесо, вот таким образом мы добирались. Вот. А рядом стоял, а вот видите, тоже вот оно, все это самое. Я, ну, даже не обращал внимания, мы, короче, на радостях, что все обошлось, 23 теперь ноября, второй день рождения. А вот тоже, видите, вот.